Историки и сегодня называют Хазарский Каганат уникальным тюркским государством. Но в чем заключалась его особенность? Что скрывалось за желанием его правителя Кагана породниться с византийским императором? И почему важную роль в государственной политике Хазар играла Плато Мангупа? Где они осели на полуострове и какие территории впоследствии стали называть Крымской Хазарией? После воцарения Вардана в 711 году империя и Каганат заключили договор о разделе Крыма. Византийцы оставили за собой Херсонес, а хазары предпочли включить в границы Каганата степной Крым и восточную окраину полуострова с центром на Мангупе. Эти обширные богатые территории соседи стали называть Крымской Хазарией. Смотрите уже в эту субботу, 24 ноября, в 17:35 по киевскому и в 18:35 по крымскому времени на телеканале АТР в новом цикле программы «Алтын-Дивир». Этнические предки крымских татар. Часть 8. Хазары.